Сегодня 10 апреля. Была ли у путешественника-скорохода Стива Ротора в руках карта, об этом история умалчивает. Только прибыл он в Самару пешком из Харбина, и произошло это 100 лет тому назад. Сенсацию дня опубликовала 10 апреля 1913 года газета «Волжское слово». В конце заметки была приписка: на второй день Пасхи Ротор в Покровском саду будет бежать на скорость 15 верст в час. «Любая карта гораздо ярче, наглядней и лаконичнее самого лучшего текста», писал другой известный путешественник Семенов Тяньшанский. 10 апреля 1913 года из печати вышли карты Николаевского и Новоузенского уездов. Сейчас это районы Саратовской области, а до 1918 года они входили в состав Самарской губернии. Первый в истории закон об авторском праве появился в Англии. Он был принят в 1709 году, а вступил в силу 10 апреля 1710 года. 10 апреля 1849 года американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Это изобретение появилось благодаря чувству долга. Решив отдать приятелю взятый взаймы $15, Хант, который был гораст на выдумку, соорудил из медной проволоки первую булавку, получил патент и сразу же продал права на него за $400. 10 апреля 2009 года в Государственном Кремлевском дворце прошел уникальный концерт баянистов. Виртуозы впервые взяли Кремль. До этого шоу никто из баянистов не играл в главном дворце страны. И все благодаря дуэту «Микс». Известные самарские баянисты Сергей Войтенко и Дмитрий Хромков поставили столицу буквально на уши. Эксперт от книги рекордов Гиннесса зарегистрировал на шоу 3 мировых рекорда. Во-первых, на главной сцене страны одновременно играли 150 баянов. Во-вторых, участники выступления съели самый сладкий в мире баян – торт весом 50 килограммов. И, наконец, для концерта тульскими мастерами был изготовлен самый маленький в мире баян. Ровно 100 лет назад родился Анатолий Житков. Анатолий Анатольевич занимал должность генерального директора Волжского автомобильного завода с 1975 по 1982 год. 10 апреля 1847 года на свет появился родоначальник жанра желтой прессы Джозеф Пулитцер. Его имя носит высшая американская премия для журналистов, писателей и драматургов. 10 апреля 1899 года родился известный писатель Владимир Набоков. Сегодня именины отмечают Илья и Степан. В этот день особо чествуют цветы мать и мачехи, которые одними из первых расцветают на теплом весеннем солнышке. Солнечного настроения и до завтра!